Это Life, и мы продолжаем. В Москве сегодня суд рассмотрит дело бейсджамперов, тех самых молодых людей. Двух девушек, как вы помните, обвиняли в том, что они закрасили одну из столичных сталинских высоток. Было это в 2014-м. Потом их, правда, оправдали, но осадочек у ребят все-таки остался. Теперь уже сами бейсджамперы пошли в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб. К нашему эфиру присоединяется один из них, Алексей Широкожухов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Но вот почему вы 2 года ждали, прежде чем со своими претензиями пойти в суд? Мы 1 год сидели под арестом, у нас не было возможности чего-то подавать. 2 год мы ждали, когда в ответ еще все это перепроверится. И вот сейчас подаем, уже 4-й раз ходим сюда с начала лета. Постоянно перепроверки документов, что мы точно столько зарабатывали, сколько мы требуем, и что мы платили за адвокатов. Ну, вы сейчас оправданы полностью, я правильно понимаю? Да, полностью оправданы, но пока все это вот тянется, это не так просто получить компенсацию. А суд какое-то извинение вам принес? Это не единственное место, да. Пока нет, если извинения будут приносить, то прокуратуру, но это надо отдельно запрашивать, я не помню, не очень хотят. То есть это не единственное место, где мы сейчас получаем компенсацию. В Таганском суде мы получаем компенсацию за материальный ущерб, а в Симоновском мы получаем за моральный. За моральный, в принципе, уже отсудились. Там нам пообещали 90 тысяч, по-моему, рублей на каждого человека за более чем год ареста. То есть не очень много, еще они, по-моему, хотят это... Но вы считаете это справедливо? И вообще, чего вы хотите глобального добиться в суде? Ну, хотим, чтобы нам хотя бы компенсировали то, что мы точно затрачивали, и, может быть, побольше за моральное, если получится. Все-таки год жизни, все-таки побольше тысяч, компенсацию хотите выбить? За моральный, да, за материальный, сколько тратили, столько и хотим получить. То есть все, что затрачено было. Я вас понял. Большое спасибо, Алексей. Ну, посмотрим, как дело будет разворачиваться. Обязательно вернемся, конечно, к этой теме.